Не судный день. В столице сегодня перенесли сразу несколько заседаний по делам одиозных политиков и чиновников. В частности, служители Фемиды так и не решили, забирать ли 304 тысячи гривен залога у депутата-фронтовика Максима Полякова. Рассмотрение ходатайства антикоррупционной прокуратуры принесли на 8 августа. Защита Полякова утверждала, что прокуроры не предоставили им материалы, поэтому они не могут участвовать в заседании. Обвинение, в свою очередь, заявило, что они не обязаны вручать документы, ведь речь не идет о мере пресечения. Тем временем Поляков обратился в ГПУ, обвинив детективов НАБУ в том, что они мешают его работе. На что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сказал, что эти нападки, цитирую, достойны внимания психиатра.